В окружении экспонатов, хранящих в себе более чем 200-летнюю историю Казанского университета, собрались сотрудники вуза, чтобы поздравить друг друга с праздником. В честь 216-летия Казанского университета традиционная утренняя рабочая встреча прошла в стенах Музея истории вуза. Поздравил сотрудников ректор университета Ильшат Гафуров. Университет сегодня — это не просто учебное учреждение, это большой научный хаб. И, в принципе, его даже можно рассматривать как большой холдинг, поскольку в составе университета работают и школы, и собственная большая клиника. И сегодня у нас практически по многим направлениям созданы так называемые площадки трансфера технологий. На встрече обсудили приоритетные направления деятельности университета, подвели итоги за последние 10 лет. В частности, говорили и о работе вуза в период пандемии, которая не ограничилась организацией дистанционной учебы. Если говорить о больших, как бы, успехах, то мы достаточно быстро сориентировались на повестку сегодняшнего дня и перестроили, по сути, работу всей клиники на проблемы, которые связаны с COVID-19. В то же время создали у себя, это единственный, кстати, из университетов классических, который в своем составе создал COVID-госпиталь. И сегодня мы оказываем необходимые услуги населению. В связи с эпидемиологической обстановкой часть сотрудников присутствовала на встрече в онлайн-формате, а те, кто пришел очно, соблюдали социальную дистанцию. Также на мероприятии за значительные заслуги в сфере образования сотрудникам вручили ведомственные награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.